Моє вітання усім глядачам. Ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті і спільно із провідними каналами розповідаємо про ситуацію в Україні. Це право на правду. І ми працюємо у рамках всеукраїнського марафону. Економіка воєнного часу – це коли всі і вся працюють задля перемоги, а підприємства – повністю перебудовують свою роботу. Ми вже чули, як багато модних брендів переорієнтувалися і нині шиють для ЗСУ. Сьогодні ще одна історія. Замість модних колекцій наступного літа підприємство «Ріто», що на Київщині, шиє для ЗСУ балаклави. І сьогодні у нас на прямому зв'язку засновниця, а також СЕО компанії «Ріта Груп» Тетяна Абрамова. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго, ми вас не чуємо, пані Тетяна, умкніть звук. Добрий день, Юлечка, добрий день, дорогі зрителі. Дуже вам вдячна, що ви сьогодні приєдналися до нашого всеукраїнського марафону. Знаю, що у вас дуже непроста історія. Війна вас застала не в Україні, тобто ви були далеко, коли ваше підприємство буквально опинилося в облозі, тому що воно знаходиться на Київщині. І якраз у той період там була окупація. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося в першу чергу? Ну, наверное, непростое время испытываю не только я, а испытывает вообще каждый из украинцев, живущих, проживающих в Украине или те, которые вынуждены были уехать. Но у меня история произошла, ну, наверное, достаточно типично, потому что я, как и большинство людей, я действительно не верила вообще в рациональность и возможность такой полномасштабной войны в 21 веке. И поэтому, когда у меня по срокам происходила выставка в Италии по пряже, потому что мы трикотажная компания, и пряжа наше основное сырье, и мы закупаем пряжу в Италии, то, естественно, невзирая вообще на какие-то вот это ужасы, надвигающиеся вот эти вот все, что наполнялось пространством, я говорила, да, ребят, не может такого быть. И я 22 числа вылетела в Италию на выставку, и выставка прошла, знаешь, как, если ты едешь за результатом, и результаты тебя радуют, бизнесовые, то, понятное дело, я была невероятно счастлива 23 числа, у меня феерично прошла выставка, я получила очень хорошие контакты, и поэтому, когда 24 числа ранний звонок разбудил меня в гостинице, я как-то сразу даже не могла сообразить, почему мне так рано звонят. Вот, и потом, конечно, когда мне позвонили родные и сказали, что у нас война, нас бомбят, то понятное дело, что сердце оборвалось, опустились руки. И, естественно, закрыли небо буквально первые минуты. Понятно было, что возвернуться я домой не могу. И вот, знаете, сразу как-то так в эйфории тебе кажется, что вот сейчас я поеду на автобусе, я поеду, но как и большинство людей, всем казалось, что это быстро закончится. Ну, неделя, ну, две. Вот. Мне повезло, у меня была подруга в Италии, я попросила ее приютить себя. Я еще смеялась, знаете, говорила, господи, я человеком года была, женкой третьего тысячелетия была, вот беженкой я еще не была. Да? И вот, конечно, это смех сквозь слезы какой-то такой жуткий. Поэтому сразу было невозможно уехать, а потом было страшно уехать, но при этом всем, что, знаете, как люди действия, то всегда находишь применение своим силам. И нам повезло, мы нашли волонтерский очень крупный склад. Это хаб, который собирал гуманитарную помощь во всей Северной Ломбардии, очень большой. И вот именно эта работа с утра до вечера, когда ты понимаешь, что ты вносишь посильную свою лепту, тебе некогда, ну не то что плакать, да, тебе некогда сидеть постоянно в новостях и себя нагнетать. И вот когда ты видишь, что каждый день уходит минимум 2 20-тонных фуры с помощью гуманитаркой в Украине, то как-то ты понимаешь, что вот хотя бы здесь ты можешь принести пользу своей стране. Вот. Ну, я месяц пробыла там, и вот уже больше 2 недель я в Украине, потому что как только появилась возможность, то я вернулась домой, и вернулась не с пустыми руками, а тоже с 30 коробками гуманитарки,
Вот, я 2,5 суток добиралась назад и счастливо вернулась. И знаете, вот хоть и говорят, что да, тяжело, сложно. Я вернулась, у нас продолжались и обстрелы, и взрывы. Но все равно, находясь здесь внутри, вот, наверное, это как-то может пафосно звучит, да, но родная земля, она дает силы. И вот находясь вдали, тебе всегда страшнее, чим ти знаходишся внутрі. Пані Тетяно, дійсно, знаєте, от всі багато дуже людей виїжджало, а ви навпаки повернулися на Україну, на передову, щоб продовжити працювати. От скажіть, будь ласка, як вам швидко вдалося переорієнтуватися? Тому що я так собі думаю, що це, напевно, дуже важко. І людей, напевно, вже не було, так, ваші працівники повиїжджали. Правильно, тобто і підприємство, от розкажіть, чи воно взагалі було пошкоджене, чи постраждало обладнання. І от взагалі, як це от саме на передовій, власне, працювати, ну це дуже важко ж. Ну, вы знаете, здесь, конечно, надо отдать должное, что вот все-таки коллектив это самое большое достояние любого бизнеса. И поэтому, когда буквально через там неделю совершенно острой фазы первой, потому что вы знаете, что первые бомбардировки это были праворах, и когда буквально в течение там, по истечении первой недели несколько человек, которые остались в Броварах, мне позвонили и сказали: «Татьяна Борисовна, у нас есть заказ на балаклаву, можно мы выйдем?» Слушайте, Оля, вы не поверите, я просто начала рыдать, потому что люди выходили реально работать под взрывами и обстрелами. И я, разговаривая по телефону, я слышала эти взрывы и ну уж и не говоря о постоянных тревогах. И поэтому вот эти несколько человек, и знаете, это вот те герои, наверное, большинство украинцев вот такие герои. И мы за это время, мы уже сделали порядка 2,5 тысяч балаклав, они все, конечно, бесплатные. Мы делали для Теробороны, для разведчиков, для Чернигова, для Киева, ну, в общем, для наших родных Броваров. И, конечно, это, наверное, то, что знаете, в тот момент совершенно не думал, наверное, о страхе. И поэтому просто ты понимал, что ты делаешь что-то для победы. И все. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, от дійсно, ті люди, які у вас залишилися, вони продовжили працювати. Бровари зараз, слава Да, Богу, у нас це много людей уже да, вернулось, у нас люди да, вже рідні возвращаются. Нам, конечно, повертаються. повезло, что наше предприятие не было повреждено. Да, Вас все это зберіглося, да, це огромное. велике щастя. І люди зараз, і от Да. я наскільки знаю, ви розповідали, що повертаєтесь потроху до нормального життя і продовжуєте Да, вже конечно. відшивати звичайний одяг. От дуже цікаво, ви готувалися до відчуття літньої колекції. Як змінилися тенденції, як змінився тренд? То я впевнена, що це 100% ви якусь українську тематику, якісь такі національні колорит вже вкладаєте в свої колекції. От Ну, вы розкажіть про знаете, це. у нас вот здесь два направления работы сохранились. То есть мы понимаем прекрасно, что то, как что Украина сегодня мейнстрим и тренд мира, и огромное количество, мы сегодня получаем большое количество заказов из разных стран мира. И первые строки любого заказа сопровождаются тем, что мы восхищаемся украинцами. Мы хотим поддержать Украину, и мы хотим сделать заказ. И, конечно, вы знаете, вот мы сами были ошеломлены вот этим. Это Нидерланды, это Дания, это Америка, это Норвегия, это Германия. И особенно приятно, что не факт, что это украинцы, проживающие в этих странах, что это этнические иностранцы. То есть это люди, которые где-то нас нашли в Инстаграме, на каких-то площадках. То есть вот конечно, мы понимаем прекрасно, что сегодня украинцы и одевать украинскую одежду. У нас есть интересная очень идея и предложение сотрудничать с западными дизайнерами, ну, чтобы продукция производилась в Украине. То есть сегодня мы обязательно пользуемся и вот этой возможностью продвигать Made in Ukraine, да? Ну и, конечно, это украинские коллекции. Потому что, наверное, наши желто-блакитные колеры, это, наверное, станет самыми модными цветами на ближайших несколько сезонов. И поэтому мы
продолжаем, мы вспоминаем наши этнические коллекции, это вышиванки, это украинские плахты, платки, это жовто-блакитні снуди, шарфы. То есть вот все, что в одежде, сближает нас с украинской аутентикой. Розкажіть також, будь ласка, взагалі ми у наших програмах аналізуємо різні галузі економіки, так? Якщо от говорити саме про легку промисловість, представницею якою ви є, працюєте у цій сфері, розкажіть, будь ласка, взагалі, що найважче, як вдасться відновити, і чи вдасться взагалі відновитися? Тому що ми розуміємо, що попри навіть ваше натхнення, ми всі розуміємо, що економіка постраждала скрізь. От, чи вдасться відновитися, коли і що буде найважче? Важче для легкой промышленности безпосередньо? Ну, вы знаете, что если говорить о легкой промышленности, то оборудование можно закупить снова, да? Угу. Потому что условия, которые на сегодняшний день, которые произошли изменения в налоговом законодательстве, вообще вот там 2%, и изменения там и с НДС, то есть вот по большому счету это те вещи, которые могут достаточно быстро помочь восстановиться экономике, но самое главное – это люди. И поэтому честно вам скажу, что какие бы машины мы ни покупали, то очень важно, чтобы смогли вернуться люди и специалисты. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, трошки відступлю від теми, а насправді от в бровари є куди повертатися, тому що це ж житло, а там дуже багато житла зруйновано. Тобто це одне за одним собою тягне, так, якщо потрібні працівники, треба десь їх селити, правильно, навіть тих самих, якщо вони будуть з інших регіонів їхати. Чи є взагалі така проблема? Ну, в броварах, якщо чесно, броварам немножко в этом плане повезло, то есть у нас обстреляли несколько инфраструктурных объектов, а жилая часть, слава богу, не сильно повреждена, вот. Но в любом случае, я вам честно скажу, что мы, например, на своем предприятии, мы готовы принимать людей, которые с поврежденных районов, из Чернигова и из Киевщины, то есть понятно, что... Знаете, здесь, наверное, очень важно, ну, быть неравнодушным, потому что мы все сегодня – это как один большой дом, и мы должны друг другу помогать. И мы понимаем прекрасно, вот мы сейчас из Черниговской организации волонтерской сотрудничаем, и вот там приезжали ребята, у одного из ребят, у жены вот было предприятие, такое микро похожее на наше, и поэтому мы сказали, не вопрос, мы поможем, мы дадим какие-то вам материалы, мы вам дадим какое-то оборудование, которое мы можем дать, и все виды консультаций. То есть здесь, конечно, ты понимаешь, что ты должен поддержать любое, ну, предприятие, любого человека, который потерял бизнес, потерял дом. Вот, поэтому здесь, конечно, мы должны пані друг Тетяна, друга. Да, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, да. Дякую вам велике. Скажіть, будь ласка, щодо логістики. Наскільки вона пошкоджена, чи не виникає проблем з сировиною, тому що її також треба доставляти на виробництво. Тобто, як з цим справи? Ну, слушайте, ну, понятно, ну, ми не будемо лукавити і говорити, що прямо все без проблем. Понятно, що є сложності, є задержки, є... Но, с другой стороны, все равно все эти вопросы решаемы. Я вам честно скажу, мне казалось, что будет все намного хуже. Но, тем не менее, транспорт продолжает идти. Денежные переводы осуществляются. Кредиты под 0% предлагаются. То есть на сегодняшний день все равно экономике есть возможность продолжать работать. И мы понимаем, да, что ну, мы не говорим о восточных регионах, которые, понятно, что там нереально что-либо восстановить. Но центральная и западная Украина, понятно, что может взять на себя больше времени и больше работы. И поэтому мы сегодня, как предприятие, которое там легкой промышленности, мы готовы брать заказы, мы готовы брать давальческие заказы, которые мы никогда в жизни, как там типа фэшн крутой бренд, мы никогда не делали давальческую схему, мы никогда не работали на аутсорсе, мы сегодня готовы. Мы понимаем, что мы снижаем маржинальность, мы понимаем прекрасно, что сегодня речь идет не про заработать, а сегодня про выжить и помочь восстановить страну, и все. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы у многих бизнесменов произошел такой, знаете, сдвиг парадигмы. Мы бизнес не для обогащения, грубо, да, а для развития, для выживания. Вот эта история.
Скажіть, будь ласка, держава дуже багато декларує кроків, ви самі говорили, так, для допомоги бізнесу, економіці. Наскільки вони дієві для вас безпосередньо? І що б ви ще порадили такого, щоб варто було, на що варто було звернути увагу? Ну, вы знаете, то, что на сегодняшний день сделано, это беспрецедентно, это очень, очень помогает бизнесу. Мне кажется, сегодня любой бизнес должен, во-первых, ориентироваться во многом на мир, потому что именно экспорт – это не просто приток валюты, и это не просто продвижение бренда Made in Ukraine, но именно мне кажется, то, что это возможность в большей степени даже привнести валюту в страну. Вот. И поэтому, мне кажется, здесь немножко надо помощь оказывать бизнесам, которые хотят выйти в Европу, но не знают как. Потому что на сегодняшний день мы очень долгое время и говорили об этом, и было разных огромное количество организаций и на уровне там Кабмина, которые помогали продвигать экспорт. Но оно все как-то было такое, знаете, вялотекущее. Вот. А сегодня, именно сегодня, надо очень... Вот, например, спасибо огромное Британии, которая открыла, сняла все пошлины, открыла зону свободной торговли из Британии. И, конечно, именно сегодня надо вот такая поддержка бизнесу, чтобы помочь, куда выходить, на какие организации, на какие ассоциации. Потому что многие предприятия реально не знают, на каких площадках представить свою продукцию. А скажіть також, будь ласка, зараз ми рухаємося в Європу, чекаємо статусу кандидата, але, власне, це ж теж, окрім того, що це довгий процес, дуже багато вимог, дуже багато стандартів, до яких ще нам, власне, треба дійти. Як ви вважаєте, чи вдасться саме от в легкій промисловості виконати ті всі умови Європейського Союзу, щоб туди зайти? Ну, Оль, смотрите... Ну, например, что касается нашей компании, мы достаточно давно уже экспортируем. И, наверное, основное требование любой страны – это качественные продукты. Так. Поэтому здесь не так страшен черт, как его малюют. Да? Если мы понимаем, что мы производим продукцию достаточно качественную, соответствующую стандартам, то она совершенно спокойно будет реализовываться и в Европе. Например, наша компания, мы используем итальянскую пряжу, мы работаем на немецком оборудовании, мы понимаем, что наша продукция конкурентоспособна. Дякую, пані Тетяна. Так, скажіть ще, будь ласка, що би ви порадили своїм колегам, які зараз опинилися в важких обставинах, це, до прикладу, в тих, в кого там зруйнували повністю підприємство, або ті, хто не може запустити працювати. Я бачу, ви дійсно така позитивна, енергійна людина, і у вас така гарна енергетика, і ви дуже оптимістична. Боже, як це вам чую, ви чуєте, спасибо. Да, і ви дуже оптимістична, але, на жаль, не всі такі оптимістичні, як ви. От що би ви порадили колегам, які втратили дух? Слушайте, как бы это ни звучало страшно, то всегда Бог посылает силы на преодоление любых испытаний. Если Он посылает вам трудности, значит, у вас есть силы на это. Оптимизм – это та удочка. Ну, это просто вы должны, каждый человек должен себе взращивать оптимизм. Потому что как бы сложно ни было, если вы остались живы для чего-то, значит, вы продолжаете жить и продолжаете работать. Что бы я посоветовала, да, ну здесь очень сложно сказать, советовать, какие-то давать советы, но мне кажется, что даже если у вас повреждено предприятие, есть возможность его, например, восстановить, то это один из вариантов, да, вы ищете кредиты, вы восстанавливаете. Если у вас все снесено до земли, и вы понимаете, что вы выгорели, вы уже не можете этим заниматься, вы ищете приложение себя в другом. Если вы понимаете, что у вас хватает сил, и вы сможете построить все с нуля, знаете, у меня тоже есть несколько знакомых, у которых выгорели квартиры, и... У меня есть люди, которые опустили руки и сказали, я ничего уже не хочу. Есть люди, которые говорят, ну что, ну опять будем начинать с нуля. И вот, наверное, вот этот вот оптимизм, он и поможет нам сделать шаги и подняться. Поэтому
Здесь все зависит от человека. Если вы верите в свою мечту, и какие бы сложности все пройдет, и самые темные времена, и самые сложные проходят, есть кредиты, есть люди, к кому можно обратиться, есть люди, у которых есть оборудование, есть люди, у которых есть, можно, ну, например, все предприятия легкой промышленности, вот трикотажники. Мы готовы поделиться. Поделиться знаниями, поделиться каким-то сырьем, поделиться оборудованиями, специалистами. То есть мы готовы в нашей профессии, в нашей специализации помочь тем предприятиям, которые оказались в сложной ситуации. И таких, как мы, сотни, тысячи. И мне просто кажется, знаете, людям надо брать телефоны, брать контакты, звонить, не бояться просить, не бояться обращаться за помощью. Вот так. Я вам дуже вдячна, пані Тетяна, і за ваш оптимізм, і за ваші гарні і добрі слова. Дякую, я вам бажаю миру, все буде Україна, скоро перемога і скоро обов'язково побачимося. Точно, дякую. Все буде Україна, так. 100%, я вам дуже вдячна. Дякую. Нашим телеглядачам, до побачення. Нашим телеглядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Це було «Право на правду» на 33-му телеканалі. Далі новини, а ми скоро повернемось.